Когда к нам приходит пациент с жалобами на один отсутствующий зуб, мы лечение выбираем в зависимости также от клинической ситуации. То есть мы, во-первых, должны понимать, это жевательный зуб или передние зубы. От этого тоже план лечения несколько меняется. Производим компьютерную томограмму и оцениваем состояние кости. Если для имплантации у нас есть все условия и отсутствует жевательный зуб, то мы изготавливаем шаблон для имплантации. По шаблону хирург устанавливает имплант. По поводу временной коронки, на жевательные зубы, то есть на 6-7 зубы, мы не изготавливаем, так как жевательную нагрузку нельзя давать на импланты, которые еще не прижились, а эстетической роли никакой в жевательных зубах нет. Если мы говорим про фронтальную группу зубов, там, конечно, подход немножко более сложный, так как необходимо помимо функции восстановить и эстетику, чтобы человек всегда был с зубом у нас. Часто это бывают травмы передних зубов, иногда это бывают воспалительные процессы из-за ранее некачественного лечения. Мы производим также сканирование, подготовку, изготавливаем шаблон для имплантации, и заранее техник нам уже изготавливает коронку временную. Мы все это одномоментно в один день производим удаление зуба, установку импланта и фиксацию временной коронки на имплантат. Тут также нужно иметь в виду состояние кости, ее плотность. Если у нас нет условий для одномоментной нагрузки импланта, то есть когда мы в один день устанавливаем на имплантат временную коронку, мы все равно пациента не отпускаем без зуба, мы фиксируем данную временную коронку за соседние зубы. Хочу отметить, что мы при планировании операции предлагаем пациентам различные системы имплантов. Мы отталкиваемся от клинической ситуации и от финансовой возможности пациента.